Итак, всем привет, друзья подписчики, с вами Крэш Паша, и сегодня мы будем играть в нашу бабку, страшную бабку, вонючую бабку, которая нас не раз напугала и не раз убила своей дубиной, этой битой вонючей и так далее. Поэтому сегодня мы ей отомстим. Я узнал один способ, который реально может ее убить, она реально исчезает, душа вылазит, и это просто жесть. Поэтому ставьте лайк обязательно, если вы ей хотите отомстить, и с вас обязательно лайк, когда вы увидите то, что я с ней сделаю сегодня. Это реально трэш. Трэш, жесть. И вообще круто. В общем, она идет. Она идет, подождите, пока спрячемся. Так. Бабка, бабка. Пенсию свою перебирает, старая. Какая-то музыка странная. Она же не будет сюда заходить. Давайте шкаф откроем, на всякий случай, заранее. Так, бабулька, бабулька, ты где-то... Ты где-то там сидишь. Боже мой, хоть бы она с другой стороны пошла. Ребят, просто мы ее сейчас зачмрим. Замочим. Загрызем. Грохнем. Копыта она отбросит, короче. Так, нам сюда надо... Итак, смотрите, лайфхак для бедных. Бедных тех, кто... Кого замучила наша бабулька-вонючка. Смотрите, раз, два, три. Смотрите, все, это просто... Хоба. И сидим. Все, заныкались. Объясняю, в чем суть. Суть в том, что я сейчас с помощью... опасной, нереальной бани убью нашу бабку. Короче, это баня, оказывается. Мы с базей как-то играли. Как-то играли с базей. И мы видели эту баню. Ну, с этой баней ничего не происходило, мы не понимали. А потом я понял, что с помощью этой бани можно зажарить нашу бабку в куру-гриль. Ну, что-то ее нету здесь. Бабка. А куда? Вот я уронил еще раз. Еще раз прячемся. Бабулька, бабулька, спускайся. Короче, ребят, сейчас мы ее зажарим. С вас 100% лайк. Вот где бабка только? Она топает. Вот она топает. Она прям бежит, я не знаю. Бежит, как угорелая. Бабулечка. Как тебе там? Как тебе? Все, ребят, смотрите, смотрите. Это просто эпик трэш фейл. Это нереально клево. Мы сейчас жарим бабку, она сейчас сдохнет. Короче, у нее сейчас температура повысится, сейчас врача надо будет вызывать. Но знаете, врач здесь не поможет. Что с тобой случилось, бабушка? Бабка, бабуська? Что с тобой? Что с тобой? Чё, засос тебе? А нет, засос я не буду целовать, это еще подхвачусь чего-нибудь от нее. Смотрите, ее зажарило тупо. Чё с ней будет сейчас? Сейчас увидите просто. Просто это нереально. Давайте выключим эту дичь уже. Выключаем. Бабушка, смотрите, она просто исчезла. Она просто исчезла, ребят. Это нереально круто. Просто, все, бабки нету, не было, точнее, одну... что-то, знаете, речи крутые говорил, в итоге пересрался. В общем, чуваки, это, мне кажется, реально круто. Если вам понравилось, то ставьте лайкос, потому что я прям, реально, мне это очень нравится, то, что можно так бабку замусолить. Короче, потом в KFC ее продавать по частям. Короче, с вами был Крэш Паша, подпишите, чтобы не пропустить новые секреты, лайфхаки по грани. Ну и всем скажу пока-пока.